о погоде в Санкт-Петербурге прямо сейчас. Прелестная, очень красивое весеннее питерское утро. Утро весеннее, а погодка-то зимняя, даже несмотря на то, что за моей спиной очаровательный рассвет. А ведь еще так рано, а уже начинает светать сегодня солнце в Петербурге. Забегая вперед, скажу, взойдет в 8 часов 41 минуту. Но все по порядку. Начнем со стихов. Александр Плещеев. «Уж тает снег». Бегут ручьи, в окно повеяло весною, засвищут скоро соловьи, и лес оденется листвою. Чиста небесная лазурь, вот это точно, чиста небесная лазурь, теплей и ярче солнце стало, пора метелей, злых и бурь. Опять надолго миновала. Ну, я надеюсь, что действительно пора метелей, злых и бурь минет надолго. Но сегодня в Петербурге днем будет холодно. Сейчас вообще 9 градусов мороза. Ну, как, зима какая-то. Днем потеплеет до минус 3. Но все-таки до минус 3. Не до плюс 3 пока. Хотя к выходным обещают, что и днем будет теплеть до плюс 3. Атмосферное давление высоковатое, составляет 772 миллиметра ртутного столба. Ничего страшного. Днем будет слабо понижаться. Относительная влажность воздуха 70%. Ветер северо-восточный. Уже сейчас весьма ощутим. А днем его скорость составит 4-7 метров в секунду. В общем, одеться сегодня следует по-весеннему с зимними атрибутами одежды. То есть шапка зимняя, перчатки зимние, шарфик зимний, куртка зимняя, а настроение весеннее. И тогда все у вас будет просто великолепно. Самое жаркое погода в Петербурге в этот день плюс 5 градусов была в 1975 году, а самое холодное было погода в этот день минус 22 градуса. Да, было и такое в 1900 году. А еще сегодня в Петербурге, да и не только в Петербурге, а на планете Земля будет магнитная буря. И начнется она в 3 часа дня и продлится до 3 часов ночи. Пока никаких магнитных бурь нет, пока очень хорошо. Нас ждет очень красивый рассвет и уже очень красиво за моей спиной голубое небо. И никаких облаков, хотя синоптики говорят, перемещаются. Переменная облачность днем. Ну, может быть, облака и набегут северо-восточный, нагонит облака. Но я надеюсь, что солнце будет в любом случае.